Реставрация городского ЗАГСа завершится этой осенью. Данный проект разработан на основании муниципального задания на 2019 год. Заказчиком выступила некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Архитектурно-строительные решения разработали специалисты службы технического контроля мэрии Магадана. Подрядная организация «ГАТЭК-Строй» приступила к работам этим летом. Общая сумма контракта почти 17 миллионов рублей. Обновляют ЗАГС за счет средств собственников, накопленных при оплате взносов на капитальный ремонт, а также при софинансировании государственной программы «Столица». Что касается самого ремонта, то цоколь здания планируют отделать крупнозернистой декоративной штукатуркой. Стены будут окрашены фасадной силикатной краской бежевого цвета. Кроме этого, для повышения износостойкости монтаж архитектурных элементов предусмотрен из стеклофибробетона. Также будет произведена замена дверных блоков, ремонт входной группы, крыльца и обновятся ограждения пандуса.